Фока пока нет, зато уже есть имя. С его выбором в Иксе особых проблем не было. Город, где практически каждый житель связан с металлургической отраслью, вариантов немного. Юбилейный 35-й физкультурно-оздоровительный комплекс будет называться «Баташов-арена» в честь братьев Баташовых, основателей Выксунского металлургического завода в середине 18 века. Строительство только началось, залили фундамент и заложили капсулу с посланием потомкам. Это здорово для того, для всех жителей города, да и района, потому что многие люди, жители города ездили в Кулебаки для того, чтобы в хоккей поиграть, в бассейны поплавать, а теперь у нас будет свое настоящее. И мы можем здесь развивать любые виды спорта. Это развитие, семья и спорт. Крепкая семья – это крепкое государство. Крепче не бывает. Вот спорт – это защита Отечества, защита Родины, воспитание молодежи. От нашего дома до физкультурно-оздоровительного центра минут 10 поездки, что очень удобно для нас. Баташов-арене организует секции более чем по 30 видам спорта. И вот только некоторые из них. Бокс, волейбол, баскетбол, хоккей. Будут и группы здоровья. Это стандарт для ФОКа. Новую спортивную жизнь в Иксе начнут уже в начале 2018 года. Пока один комплекс строят, другие достраивают. Уже в 2017 году типовые спортивные центры откроют в Таншаеве и Воскресенском районе области. 34 комплекса спортивных уже построено. И продолжение строительства в 2017 году. Еще 3 комплекса будут введены в эксплуатацию. В Икса, Воскресенская и Таншаева. Благодаря губернаторской инициативе наш регион становится спортивным. Нижегородский опыт остается уникальным в масштабе всей страны. Федеральные эксперты рекомендуют применять его в других субъектах федерации. Очень бы хотелось, чтобы с Нижегородской области и другие регионы нашей страны брали пример, потому что это пример очень важный. Это бесценное новаторство Нижегородской области. Это действительно новаторство. Я не встречала в других регионах таких подходов комплексных именно к строительству спортивных объектов. И очень как от фонда развития моногородов мне хочется даже благодарность выразить, потому что строительство таких объектов именно в моногородах – это очень важно. Это такой большой шаг именно к благоустройству. Губернаторская программа строительства физкультурно-оздоровительных комплексов стартовала 10 лет назад. Тогда, в 2007 году, первый спорткомплекс построили в Сергаче. Новый ФОК в Иксе оборудуют уже по стандартам 2017 года. Спортсмены смогут не только заниматься физкультурой, но и оттачивать свое мастерство для выступления на соревнованиях различных уровней. Антон Ганин, объективно, ННТВ.